Плачущие жены, матери и дети. Возможно, своих мужчин они видят в последний раз. Их отправляют на самую бессмысленную войну за последнее столетие российской истории. Едва Путин объявил мобилизацию, как губернаторы, военкомы и силовики тут же взяли под козырек. Сегодня был очень стрессовый день и одна из самых черных ночей Бурятии. Вы мне, во-первых, постучали. И что? Вы представьте, с вами имя, имя, отчество. Вы мне разбудили. Я не с военкомата пришел. С военкомата. Я пришел разносить. Хорошо. Теперь скажи. Надо меня снимать. Не надо. Это кадры из Улан-Удэ. Сотрудники военкоматов ночью ходят по квартирам и вручают повестки. Причем такие подарки разносили не только военкомы, но и учителя. Всего за сутки в Бурятии мобилизовали от 3 до 5 тысяч человек, говорят местные активисты. Все потому, что повестки вручали всем, без разбора. Это и пенсионеры, это и опекуны детей-инвалидов, это врачи, то есть инвалиды с протезами люди, то есть все. То есть человек стоит, работает в банке, к нему приходят полицейские, вручают повестку. Он отказывается брать эту повестку, а здесь приглашают понятых, на него составляют какие-то протоколы. Похожей историей поделилась Янина Немаева. Ее мужа тоже хотят отправить на войну, при том, что у них 5 детей. Сам мужчина работает в МЧС. Он не служил, не состоит в запасе. Ему вчера вечером звонят коллеги, товарищ Федоров, и спрашивает: «Ты где? Тебе сейчас привезут повестку. Позвони, девушка все объяснит». И спрашивает под конец: «У тебя же 5 детей». Посмеялся такой, говорит: «Да, 5 детей. Ну хорошо, жди повестку». «У тебя там сколько детей?» 5. «Ты же шустрый сперматозоид». «Не понял». «Короче, тебя в ДК «Рассвет», я сейчас тебе фотку скину, она тебе подедет и вручит». Не менее исполнительные чиновники работают в Свердловской области. Они потребовали срочно прислать списки всех учителей Екатеринбурга. Мужчинам нужно указать место службы. «В 12 часов списки всех сотрудников, фамилия, имя, отчество, место рождения для мужчин, место прохождения военной службы». Полицейские по всей России тоже порадовали исполнительностью. Вот они проверяют документы мужчины в сквере. Или стоят в метро со списками в руках. А приморские силовики вообще работают на массовую аудиторию. Реакция у людей на творящийся беспредел была разной. Кто-то вышел на протесты. Нет войне! Нет войне! Нет войне! Нет войне! Ожидаемо задержанным протестующим также выдавали повестки. В Дагестане мужчины спорили прямо у здания военкоматов. Мой сын нам сначала, с самого февраля воюет. Не надо было. Надо было. Немало мужчин даже без денег уезжают из страны. Минувшей ночью на границах с Монголией и Казахстаном выстроилась очередь из машин. Такая же очередь ждала тех, кто экстренно купил билеты на самолет. В этот день пограничники допрашивали особенно тщательно. В ответ на массовое бегство Минобороны разослала по всей России специальные приказы. Они запрещают мужчинам, подлежащим мобилизации, уезжать из своих регионов. Хотя с экранов телевизоров мобилизация называется частичной, по факту она уже в первый день стала тотальной. Пожалуйста, в Улан-Удэ молодого человека забирают прямо с пар, хотя еще вчера Шойгу обещал, студентов трогать не будут. Вместе с этим повестки присылали даже по месту работы. Призыв защищать родину получили медики, работники ФСИН и даже сотрудники Сбера. На видео мужчины, которые уже едут воевать. Настолько быстро проходит путинская мобилизация. Хотя повестки массово вручают и в Москве, и в Питере, больше всего людей забирают из регионов победнее. Я уверена, что на Бурятии опробовали, и дальше все перекинется на другие регионы. И поэтому я считаю, что очень важно, чтобы в других регионах также были антивоенные движения, в которые люди могли бы обратиться, у которых были бы юристы, которые бы вели подсчет, сколько человек мобилизовали, потому что это все очень нужно. Да? Есть известное выражение: демократия умирает в темноте. Вот. Солдат мобилизует, опять же, в неизвестности, в темноте. Сейчас паблики и телеграм-каналы трещат от количества видео, где мужчины прощаются со своими родными и едут воевать. Магадан, Дербент, Приморье – это лишь малая часть мест, куда пришла война, куда привел ее Владимир Путин.